С первых дней начала Великой Отечественной войны миллионы советских граждан встали на защиту своей родины. В строю, наравне со всеми, были и воины-мусульмане. И в память об этом каждый год в мае мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь проводит ряд мероприятий, посвященных Великой Победе и памяти воинов-героев. Уважаемые братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я искренне вас приветствую нашим постоянным мусульманским приветствием, которое провозглашает, как и вся наша религия, мир, взаимопонимание и во имя Господа все лучшие добрые дела, чтобы каждый сотворенный им человек осуществлял это. Мы живем с вами накануне очень интересных дней и великих побед и страшных потерь. Это День Победы, 9 мая. Все религии, мировые конфессии против войн, против кровопролития. И в Священном Коране, в этом последнем учении религиозном, из всех мировых конфессий сказано: защита Отечества – это часть твоей веры. Сотни тысяч мусульман прошли через горнило Великой Отечественной войны, будь то на полях битвы или в тылу, но без них не было бы победы, и их подвиг никогда не будет забыт. Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь всю свою работу строит по улучшению уровня нравственности человека, сути его жизни. Как нам важно повлиять на детей, на молодое поколение. На долю поколения моих сверстников припала как раз Великая Отечественная война. В детской памяти сохранились эти страшные картины пожаров, разгрома, смертей и, конечно же, Дня Победы. Как мы, детишки, в первую очередь мальчишки, а им интересно встретить участника войны, бойца. Мы бежали навстречу прибывающим из фронта нашим взрослым. И как печально, с каким сочувствием мы смотрели на людей на костылях, на людей-инвалидов на колясочках, самодельных. И наше сочувствие возбуждало оказание помощи им. Все это выпало полной чашей на жизнь наших родителей. Накануне этих великих, одним из главных праздников нашей страны, мы чтим память предков, проводим встречи с ветеранами труда. Вот и всей татарской общественности Беларуси из участников войны на сегодняшний день сохранился такой Хасен Мустафович Александрович. Ему пару недель назад исполнилось 100 лет. Он участник войны, он участник штурма Берлина. Как они форсировали Одер,
вот эти рассказы, рассказы не только его устные, а передача их через письменный источник, который станет, конечно же, уже важным вкладом в эту память на века. Вот я демонстрирую последнюю книгу Светланы Грибовой, которая провела исследование об участии белорусских татар накануне в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, я не останавливаясь, читал по несколько раз, перечитывал, читал и сопоставлял. Тут же мои родственники. Халиль Александрович Шабанович, мой дядя из Ивья, мальчишкой был призван на фронт в июле 1944 года. Всевышний Господь дал возможность родиться нам на нашей родной земле. И никакой другой на первый вид райский уголок не заменит этот родный куток. Мира вам и милости Всевышнего Господа. Одним из последних защитников Брестской крепости был ингуш Умат Гирей Барханоев. Известно, что в этом приграничном гарнизоне почти половина состава служивших красноармейцев была выходцами из Кавказа и Средней Азии. Плечом к плечу воины-герои стояли до конца, защищая свою родину. Брестская крепость обильно полита кровью моих земляков, чеченцев и ингушей. Известно, что несколько сотен моих земляков осенью 40-го и весной 41-го года призвались в ряды Красной Армии и попали служить в легендарную Брестскую крепость. И защищая Брестскую крепость, погибли все как один, не отступив ни на шаг, как и подобает настоящему мужчине, настоящему горцу. Одним из них был рядовой Цычоев Халид Датиевич. Цычоев Халид является моим дальним родственником по материнской линии. Да помилует его Аллах и всех тех, кто погиб в этой крепости, на этой войне, и обрадует их раем. И каждый год члены мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь посещают Брестский мемориал, чтобы почтить память защитников Брестской крепости. Сплоченность, единство и крепость духа всех солдат по воле Аллаха дали возможность одержать победу и оставить в истории человечества память на века о подвиге всех народов СССР. Мы, дети, знаем и помним, что наши предки совершили великий подвиг, защищая нашу Родину. Они не жалели своих сил и жизней, чтобы подарить нам такое счастливое детство. Мы очень гордимся нашими ветеранами. Особенно я горжусь своим прадедушкой, который прошел всю войну. И всегда будем помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Спасибо им за то, что они подарили нам мирное небо над головой. Мы всегда будем пытаться равняться на их и быть такими же мужественными и сильными, как они. Война – это боль, жестокость, страдания. Это слезы матерей и детей, разрушенные и сломанные человеческие жизни. И сегодня мы должны помнить солдат, которые подарили нам этот мирный светлый день, в котором мы живем сейчас. И мы будем помнить о них всегда, потому что это люди, отдавшие самое дорогое – жизнь за будущее тех, кто остается жить на земле. В священном Коране сказано: «Не считай тех, кто пал на пути Аллаха мертвыми». Нет,
они живые, у Господа своего они получат удел.